Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Фоблинкс. Сегодня я пройдусь по городу, чтобы узнать, кто самый милый и кто самый горячий участник группы Blackpink. Добрый день, соцопрос. Знакомы ли вы с кей-поп? Нет. Нет? Группа Blackpink, кто, по-твоему, самый милый из них? Корейки классные все. Ну, например, кудрявенькая. Рыжая? Да. Лиса. А кто, по-твоему, самый горячий? Ну, блин, блондинка или брюнетка? Ладно, пока будет блондинка. Все, окей, спасибо. Пожалуйста. А знакомы ли вы с кей-поп? Да. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Лиса. Нет, для меня Роза. А кто, по вашему мнению, самая горячая? Лиса. Вот. Роза. Да. Добрый день, социальный опрос. Знакомы ли вы с кей-поп? С кем? С кей-поп, музыкальным направлением. А, ну да, да. Слышал. Есть такая известная группа Blackpink, они известны только как кей-поп группа, но и в принципе как музыкальная группа во всем мире. Но... Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Ну не знаю, этот. Ну вот это блондинка в середине. А кто, по вашему мнению, самая горячая из них? Самая горячая. Ну вот это крайняя справа, наверное. Все, спасибо еще. Знакомы ли вы с кей-поп? Да, знакома. Какие группы или артистов вы слушали? Big Bang, Tiny One, Super Junior, Shiny. Знакомы ли вы с кей-поп? Да. Кого вы слушаете? Никого. Никого? Окей. Есть известная группа Blackpink, они известны не только как кей-поп группа, но и в принципе как музыкальная группа. Возможно, слышали, нет? Нет, кей-поп да? Только. Icon, Stray Kids, GOT7. Кто, по вашему мнению, самый милый из них? Джису. Для себя тоже? Да. А кто самая горячая? Джису. Да. Все, спасибо. Как давно вы знакомы с кей-поп? Уже вроде 3 года. Как давно вы знакомы с кей-поп? Вообще с 2016 года с песней CL, но потом я не слушал, и вот в прошлом году осенью начал слушать обратно. Как давно ты знаком с Blackpink? Я начал слушать Blackpink с эры Ду-Ду-Ду. Кто, по твоему мнению, самый милый участник группы Blackpink? Думаю, Розе, потому что она яс и самая красивая, я считаю, для меня. Кто, по вашему мнению, самый милый участник группы Blackpink? У меня это прямо Розе на первом месте, потому что всегда, когда говорят милый, я такая, Розе. Знаете ли вы такую группу Blackpink? Да. Кто, по вашему мнению, самый милый участник группы Blackpink? Джису. Знаком ли вы с Blackpink? Да, знаком. Кто, по вашему мнению, самый милый участник? Вау. Самый милый Джису, наверное, она. А кто, по-твоему, самый горячий участник Blackpink? Джей. Кто, по вашему мнению, самый горячий участник Blackpink? Это личный вопрос. Лиса и Дженни, вот они прям вау. В основном Дженни, у нее прям в форме. Кто, по вашему мнению, самый горячий участник Blackpink? Лиса. А кто, по вашему мнению, самый горячий участник Blackpink? Лиса. Twice, Girls Generation. Знакомы ли вы с кей-поп? Нет. Окей, скажите, вот группа Blackpink. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Все. Да, все. А кто самая горячая? Все. Вот это сказать. Да, все, спасибо. Winner, да, NCT. BTS, не назвала, да, EXO. G-Idol. Да, и пару песен. Знакомы ли вы с кей-поп? Она, да, я нет. Окей. Кто, по вашему мнению, самый милый из них? Ну, допустим, она. Лиса. А кто самый горячий? Да. Кто? Розе. Окей, спасибо. До свидания. Иди. Нет. Эспа. Нет. Это новые группы, да? Mm-hmm. Их не слушал. Старые только. Значит, всё? Вы сама старенькая, да, уже? Mm-hmm. Ну, раз вы уже знакомы с кей-поп, то вы знаете, что сейчас самая известная группа в мире — это Blackpink. Не только как кей-поп-группа, но и, в принципе, как обычная поп-группа музыкальная. Кто, по вашему мнению, самый милый участник группы Blackpink? Ну, они все по-своему милые.
Кого бы вы выделили одного? Именно по манерам Лиса милая. На фотках обычно Джису еще милая. Розе тоже стеснительная, милая такая. Дженни. Она пищ. Что она? Или как сказать? А, такая девушка, как? Бич, сказала? Да. Hot girl, лучше так скажу. Окей. Знаком ли ты с кей-поп? Кей-поп? Ну, знаю просто. Окей. Есть такая группа Blackpink. Кто, по твоему мнению, самая милая из них? Это в белом. Это? Ага. А кто, по твоему мнению, самая горячая? Горячая? Это. Кто, по вашему мнению, самая горячая участница? Ну вот, Дженни. А, Лиса еще, когда танцует, она на сцене вообще другой человек. Все. Спасибо большое. До свидания. Добрый день, социальный опрос. Знакомы ли вы с кей-поп? Нет. Наверное, вы знакомы с такими западными певицами, как Cardi B, Lady Gaga, Селена Гомес. Я знаю их, но не слушаю. Да, да, давайте послушаем. Здравствуйте, социальный опрос. Здравствуйте. Знакомы ли вы с кей-поп? Нет. А знаете ли вы таких западных артистов, как Селена Гомес, Карди Би, да, Дуа вот Липа, это слушаю, да. Леди Гага? Угу. Вот, у них есть коллаб с корейской группой Blackpink. Угу. Давайте послушаем, если у вас есть время. Реклама. Селена Гомес, да. Знакомы ли вы с кей-поп? Да. Какие группы вы или артистов слушали? Blackpink. А, BTS, кстати, еще. И этот, подожди, EXO. Или EXO, как там? EXO. Еще есть. Много же? Twice. Это кореянки поют на английском. Ну, я поняла. А, да? Да. Они на английском поют? Да, кореянки. Blackpink сейчас являются самой известной не только как кей-поп-группой, но и, в принципе, поп-группой во всем мире. Кто, по вашему мнению, самая милая из участниц? Дженни, наверное, самая. Она больше всех мне нравится. Самая из них, наверное, красивая вот она. И вот это вот, как ее зовут? Лиза? Нет, не Лиза, а... Кто? Вот это вот она. Джису. Джису, да, еще. Узнаете голос? Леди Гага. Я не слушаю. Ну так. А кто, по вашему мнению, самая горячая из них? Лиза или как ее зовут? Да, вот она самая, наверное, из них. Как вам? Честно, мне не понравилось. О, жалко. А вообще, вы слушали их песни? Да, слушала. Знаете ли вы, что у них есть фиты с такими артистами, как Cardi B, Селена Гомес, Леди Гага? Давайте. Селены? Слышала. Сейчас послушаем. Есть группа Blackpink, вот у них были коллаборации с Леди Гагой, Селеной Гомес, Cardi B. Угу. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Они все одинаковые. Ну так прям мелодично, да? Классно? Как вам? Прикольно. Так ярко, розово. Самая милая? Вот это? Дженни, окей. В общем, это группа Blackpink. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Ну, вот справа. Дженни? Да, брюнеточка. Мне такое не заходит. А кто, по вашему мнению, самая горячая из них? Самая горячая? Мне кажется, вот это. Окей, okay, спасибо. Кстати. Спасибо. А кто, по вашему мнению, самая горячая? Ну, она тоже, наверное, да. Да? Да. Дженни? Да. Окей, okay, все, спасибо. До свидания. Не знаю, мне такие песни не нравятся, не знаю. Знакомы ли вы с кей-поп? Что-то слышал. Вроде музыкальное направление, да? Да. Есть известная группа Blackpink. Они известны не только как кей-поп-группа, но и, в принципе, как музыкальная группа. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Если жена увидит, мне самое мало не покажется. Поэтому нет, не знаю, я не вижу. Первая, вторая. Все, спасибо. Пожалуйста. Это же для любителей кей-поп, типа. Ну там у них фит с Cardi B, это как поп. Песня полностью на английском. Добрый день, социальный опрос. Знакомы ли вы с кей-поп? Нет.
Окей, есть такая группа, Blackpink. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Справа. Дженни, для тебя тоже? Да. А кто самая горячая? Вторая по счету. Третья. Джису, Лиса. Рыжая, будем? Да. Да, окей, все, спасибо. Не особо заходит. Нет, не трогайся мой телефон. О! Знакомы ли вы с кей-поп? Да. Кто, по вашему мнению, самая милая из них? Они все милые, но мне больше нравится Дженни. О, круто. А кто, по вашему мнению, самая горячая? Не знаю. I'm the hottest, okay? I'm the hottest, okay? В принципе, все. Все? Спасибо. Спасибо. Знакомы ли вы с Blackpink? Тоже слышала. Да? Кто, по вашему мнению, самый милый из них? По идее, не все одинаковые как будто. Нет. Она, например, тайка. Ну, наверное, для меня будет брюнетка. А кто, по вашему мнению, самый горячий из них? Очень странный вопрос. Ну, пусть будет она. Я не знаю, кто это. Ее зовут Розе, ее Дженни. Послушайте Blackpink. Хорошо. У них есть фиты с Леди Гагой, с Карди Би, с Селеной Гомес. Хорошо. Наверное, слышали? Да, с Селеной Гомес. Все, спасибо. Как вам? Ну, именно часть Карди Би мне больше всех, наверное, понравилась, чем их, наверное. До свидания.